Ну давайте. В, А и Д, да? Ну да, а чё нет-то? Вообще, хорош. Ну что? Что тут делать? Хороший вопрос. Я сам не помню. Давайте разберемся с позиционками. Давайте. Господа милишники, вы где стоите? Я отлетаю на 11. Я на час. Я на 9. 7 отлетал. Ну оставайся вот на 7 еще. Отлетай. Нет, куда отлетал. Смотрите, там просто когда мы в центр слетаемся, есть момент, что назад можно не отлетать на свою позицию. А тебе там места нет. Тебе там нет места. Погоди. Погоди, там все есть. Главное, грамотно разойтись. Я... Драгуну там нету места. Я тебе это сразу сказал. Ну ты понял, да, Сой? По-братски. Такое, да? Ой, я запутал. Ребят, извиняйте. Я ж кавером давно не играл. Упс, не хватило. О, я тебе аренды. Что говорил? Я как раз. Спасибо. Сначала снаружи. То есть под слева.
Только в центр сначала. В центр, пошел, чуть-чуть. Толстый школяр. То есть вход слева опять. А, нет, тут надо к нему. Дайте. Кто-то упал опять. А вот и вайп. Нет. Лав, я похиляю. Давай, реса. Сейчас мини танбастер будет, пам. Можно вайпнуться. Рессую сокрытели. Аркастом не могу. Сначала в центре. Лэмп. За него зайти чуть-чуть. Ман меня пересечь. Повтор уже, нет? Да что-то похоже. Сначала снаружи. Ставим, все подъезжаем. Если сократили. Фак, я улетел. Нету, слышно. Вообще ничего не было, чтобы прожить. Нет, он на лайтспиде под ним. Угу. Сначала снаружи было. Да? Сюда летит, да, да. Сейчас что стану. Сначала в центре. Подойти, я не чуть-чуть. В центре едем. Резко.
Может, вайпнемся. Туда идти по второму убить всегда можно. В этом же нету. А сегодня явно нет. Сегодня убить надо просто. А так зайти-то убить всегда можно, если хочется. Ой. А что там вкусненькое хоть? Ну, кроме того, что 140-е. Все, 340-е вкусненькое. И плохие статы. Так что получается, Ninzi Direct Dead тоже лучше сейчас пока? А можно я воткну себе этот? Виталити сюда и одену это. А, ну давай. Вот так вот мы должны были, ребят, когда мы зашли на однёрку сделать, а не час там сидели. Ну, даже... Когда мы были на своими, я падал просто каждый пыль по несколько раз. Ну и когда даже мы делали килл, там вначале тоже люди падали. Я не знаю, как мы убили вообще. Сегодня мне намазали салом ботинки. Славик приходит, у него все больше и больше хп. Он исправился, да? А сейчас смотришь, у него кругом этот мелт на файр резистент, да? Да, он так легко переживает. Ну тогда взрывки. Или на лайтнинг резистент. Готов. Файр резист не замолдил, да? Ой, ты, ты на гофе не сидишь, чтобы позор был. Ну, есть только один способ. Можно сделать 0%. Я помню, что я всегда взлетаю. Я тоже. Лучше поделать как приводится. Вопрос на засыпку, что лучше, 35 директа или 40 крита? Директа. Ninzi. Окей. Верю вам. Так вы мне не ответили, кто-нибудь знает? Дед лучше сейчас? Дед лучше, чем крит получается? Или нет? Ninzi. Кто-нибудь знает такое? Ну, сократили, наверное, надо спросить. Поэтому я не особо знаю, наверное, получше пока. Так нет, крип все равно будет. Я готов. Ну мне этого и того как-то. Мне уж. Только ради этого. Интересно. Вот если бы прыжки от СС откатывались бы быстрее, вот это был бы поворот. Губу можно завернуть, слегаться. Ну, поставьте вокруг босса метки просто и все. Ну, точнее, в центре. А я не знаю, как это делать. Ну, поставьте. А, так. Давайте по-старому тогда. Лучше по-старому. Сейчас будем менять, будем лайпиться. Да. Я на Б. Я на С, я помню. Я возле босса прямо стоял, я помню. Я дальше в Я. Я за С слежу.
Там что-то с огромом вообще интересное творится. Я на CS не тут вижу. А, что я? Да-да-да, отойдите. Да, можно просто сейчас. Тоже. Да, вроде бы, да. Ой, я не знаю. Ладно. Подвернуться, да. Опуститься. А я не опустился. Очень плохо. А сейчас, по-моему, все равно хилы там кинули. Да, да, да. Центр редактки. Помним, куда отталкиваемся, да? Правее встаньте, пожалуйста. Спасибо. СДПС раскладываем. Вернуться. Я на це смотрю. Вот Азар уйдет. Центр, ребят. Сейчас хил танки это делают. Оо. Лав умер. Я прессу Флава. Лав лесни. Я потеряю.
Сейчас просто Даня может прибить. Если Валекс не встанет вовремя. Там прибегала. Что ж ты ждал, Валекс? Эй, ребят. Его танки. Я свою не там уронил. Я на отца смотрю. Отца. Утро, да? Ой, у меня нет аркула. Лав, нет, поднимайся. Красиво всех, да, убил? А меня, наверное, ненавидят все. Заруинил, вы мне заруинили, и я вам заруинил. Ку-ку. Вот так вот надо было всегда. По-моему, там ИО-3 достаточно времени. Я извиняюсь, но что за говно падает в лоте? Не знаю, мне тут ролл 3 на перчатке. Ну чё, Томик, Лори? Да, подумайте, кому баночка нужна. Это бежай. С третьего этажа. Томик — это оружие просто. А там апгрейд падает наружу. Там апгрейд. А мы, кстати, меня уже есть апгрейд, поэтому... А почему ты взял апгрейд, а не сокрытие? Ну, потому что так надо было. Ребят, покажите, не выходите. Берет апгрейд не тот, кто берет Томик? Нет? Ну, там были причины, в общем. Лав, смотри. Что вы затупили? Я просто буду причины. А можно на перчатке, как бы? А то я сейчас случайно выйду, и получится... На перчатки. Да, на вторые перчаточки все поснули. Вот. Да нормально, никто не ходил. А вот, вторые перчатки тоже поснули. А вот, давайте Томик Лори, а баночка... Ну я посану, кому надо, думаете? Кто будет брать в ближайшее время, на этой неделе? Что? Я Торс беру на этой, поэтому я сразу вышел. Смысл мне просто... Валик, все думай, в общем. Не, я хочу стрешки тоже на часть открыть. Ну давай, в общем. Если кому надо, да, рольте. Мне не надо, мне нечего грейдить. Тройку я еще хорошо помню. Поезд ты можешь взять. Он очень неплохой. На мне глянь. Ты уже брал? Да. Апгрейда нути. Надо. Тогда, если хочешь, я возьму. Тем более тебе бы хпшек не помешало. Чуть-чуть сверху. В
Ребят, что-то мы слишком быстро, я не хочу сегодня в четверку идти. А можно не пойти? Ну так-то да. Можно и не пойти. Нет, надо завтра убить. Блин. Да. Нет, три. Я предполагаю, что надо умирать на третьем. Надо. Нет, прям вот. А, по-моему, нет. По-моему, рандом. Ну, мы так мало доходили, что я не могу здесь сказать. Павик, давай, Павик. Бери Редмака. Да нормально там в тройке за драгуна? Нет, бери Редмака. Нет. Что вам не устраивает? Ну, кто нужен им Болден? Тебе Зоус написал, что ты даешь там что-то там, то там, то там. Павик, на следующей неделе. На следующей. И на следующей он не пойдет. Ну давай. Ну не ломайся. Я только не понял, как я умер на второй. Я себе сам на брейке, а чё ты не так сделал? Ты там взлетел на второй шарке, а надо было внизу остаться. Ну, когда мы... Просто вы неправильно сказали, что делают хилы и танки, и дезориентировали людей. Погоди, так я взлетел... Ты второй раз взлетать не надо было. ДД взлетали. А, всё понял. А в третий раз уже надо. А в третий раз я тоже, по-моему, обосрался. Хотя я что-то где-то сдох, сам не понял как. Да, и ведь знал, что не нужно, но меня тоже смутило вот это вот хилые танки делают. Наказать его. Тем не менее, в этот раз даже под поясом. Лучше, чем тогда. В первом, что во втором? Да не, если механики, тут же, блин, нету рандома никакого. Ну, двойки и хила нету почти. Мне лоры хватает, который ему сказал, что места в середине нету, но он все равно там остался. И мне пришлось отойти. Вот писюган. Там все проходит, и мы расходимся. Знаешь, когда там куча молний, и рядом драгун стоит, который делает прыжки. Я не знаю. Знаешь, драгун, по-моему, только что топ-10 сделал там. О! Достаточно не умереть, чтобы сделать это. Славик, я вообще падал. Даже проходить не обязательно, да? Между прочим, вы смеетесь, это на 98-м месте 600 ДПС. Кто? Шучу. А кто такие фиксики? Большой секрет. Ой, я кое-что не взял. Давайте вайпнемся. Опа. Да нормас, идет. Это, конечно, интересно, но я тоже без этого. Валик, ну ты... О, ну а ладно, ты, конечно, давай. Ты, конечно, раз это делаешь? Я вот всё это тебе говорю. Давай, писюга. Ну давайте вайпнемся, чё. Не дёргайтесь вы влево или с танком вправо. Ну отойдите вы назад. В чём проблема ваша? Отойди ты назад. В смысле, я всегда слева стою, это раз, во-вторых, я делаю тогда эту дебильную фигню, которая три мудрые подряд, поэтому я не могу сильно там сделать. А ты можешь назад отойти, я не знаю, зачем ты вправо дергаешься. Это потеря ДПС, мне не устраивает это. А убить двух человек не устраивает? И что? Позже. Да мне все равно на Оникс. Ты слышишь? Он сейчас мне дизлайк поставил. Какой дерзкий, а? Валик, ты поменял там здание? Валик? Я, кажется, репризал здесь не брал. Оникс. Я возьму репризал. Пускай будет на всякий. На книжке кину.
Да не, можно. В прошлый раз без репризала прошли. Понимаете, мне это не очень нравится, что вы без репризала. Видишь, они теперь вынуждают тебя выбирать, что брать. Нельзя взять все сразу. Знаешь, в гипермаркет зашел в телегу, написал. И не вот этого и побольше, побольше. Ну тут вот они просто говорят, вы берете крит или вы идете домой. Ну да. Кто-то умер. Я резко и тихо. Там кто-то дернулся опять в последний момент, я видел. Танки? Как-то... Не, я не знаю, я видел, что кто-то подошел прям с меткой. Я репризал подкинул на всякий. Это грустит один парус, да? Что? Как так? Нормально. Не, я зашел в квадрат, прикинь. Че за приколы? Это был неправильный квадрат. Халява, да? Блин, обидно, конечно. Мне в касты сбили. Где такое видно? Чтобы мишнику в касты сбивали. Может это того? Ну давайте того. White Flame. Да, мы вайпнулись только потому, что парс неудачный был. Других причин не было. Да, там не то, чтобы что-то другое произошло, да? Тряпка, да? Я в единичку с двойкой сходил сейчас, да, все равно ничего не запомнил. Чё ты пришёл и все. Вот поэтому у нас и не было хороших парсов, да? На 9-10. Да-да. Ты приходишь и такое, что делать? Да не, ну оно уже как бы на следующей неделе, наверное, лучше будет. Будет нет, полегче. Ты еще больше забудешь. Да? Блин, надо стрим пересматривать. Очень плохо. А посмотрим, как Оникс убивает. Давайте. У него же там три больших кнопки посередине экрана. Давайте у него семинар закажем, ну, групповой. Что ему? Скинь. Ну, если ты оплатишь, ну... По 12 миллионов рублей, что ли? Просто дешевле было, ребят. Скинемся. Ну. От шарки. После пофигу, куда ты смотришь. Человека. От урона, будем говорить так. От урона, который по тебе приходит. А если не провернешь? Ты это сознаешься, что ты был неправ? А как же это говном все залить? Ну это такое. По-моему, меньше не есть. Даня, давай. Там по полтора часа мы сидели еще до.
О-ля-ля, my friend. Very good. Нет, тихий, не надо, ну пожалуйста, ну... Ну ладно. Все равно кто-то стоп. Я не понял, а почему с целью направо не подошел? Ну то, что я делал опенер другой. Что? Другой опенер делал. Вот это объяснение. Ну я по нему, да, я не могу двигаться. А, вот она что. Ладно, все, я не боюсь, что мы ее быстро закроем в динашку скин. Ништяк, да? Угу. Я отойду, да? А ближе? Кто не на своем месте, да, тот сосиска в тесте.
Албошку знаете, ребят? Да. Он и был. Ну, ладно, сейчас восстановимся. Вы первые. За эту фазу. Целые танки, не ДПС. Лав ко мне, сюда куда-нибудь. Давай чуть-чуть вот, вот так вот, давай. Угу. Вест. Книги. Книги. Под босса. Чуть-чуть. Вот да, можно так. Сейчас еще одна должна быть. А, нет, майнджек. А близко к нему или далеко надо стоять? Далеко. От него. От него. Ой, я умер. Нет. Да. А чё случилось, Лаш, ребят? Лаш. Какие проблемы? Разбегитесь, главное, друг от друга. О. Ну, пожалуйста. Ой. Ну, блин. Что ты делаешь? Я не мог с целью анимейшн вот был. Да я знаю. Как вы в шипы шли? Ну, я был без метки, к примеру, и забыл, что я все равно побегу по направлению. И вылез. Я не туда повернулся. Я думал, мы просто решили ресетнуть, потому что партик плохой. А те, кто стазами по диагонали бегут, от него, да? Угу. Ну так, на всякий. Все плохо было. Меня убило, похоже, от нехватки. Когда? Ну вот сейчас, когда прилетает от победы нали. У меня где-то было 4к там. Мне просто прожать нечего. Все на критикалы уходит. Почти не считается. На все-таки сделать.
Ой. Мана есть? А, ближняя? Это ты спросил или уточнил? Спросил. Такое. Позиция. Там же флаг встречаемся. Ой. Ребят, мы зафейлили. У меня армия. У нас ребята нету? Ну, стак ловим. Сори. Мишки. Вот под стаком, наверное, потому что. Ноль сент. Не знаю, меня не убило. Я резко лору. Повторяй. Постой.
Я с вами. Ой. Владекса, собирай всех, что ли. Особо нету. Yes. Владекс, нет хига? 10 секунд. Рубашку. Пожалуйста. 32 тысячи. Тихий рубашка. Пороть кубики нельзя. Да, я понимаю, да. Не знаю, я скажу. Сейчас, ребят, мне 2 минутки надо. Ну, минутку даже. Ну, я неправильно механику сделал, так что... Я вообще забыл, я так обрадовался, что на мне нету тезера, что заигнорил. Я в прошлом пыли так сделал. Зачем? Я там... Типа, вне зависимости от того, в какую сторону побежишь, все равно окей? Не знаю, я бегу с одного угла в другой все равно. Только не по диагонали, а... вдоль стороны какой-нибудь. Так, ну, я вроде готов. Там сделать аэробичек. Ладно. Даня, давай все-таки сделаем. Помогу Дане подпустить. Слышь. Да нормально, я тут под флором. А. О, я думаю. У меня с кулдом не должен быть.
А ближний, вроде. А ближний. Ну что, вайпнем все или? Ну, ну попробовать за комбайсер. Давайте вайпнемся. Что-то бы сложно было. Мне как бы убить надо сначала, а потом уж форс. Да, я тоже попробую накрутить. Чё там хилять-то? Спасибо. Thank you.
Б дальнюю? Лавик там бежит, бежит. Да. А где мой ТП? Я уже забыл, что он существует. Не забывайте, сейчас будут книжки. У нас одной книжки нету. Кто-то умер. Ну да. Ну да. Интересно. Ты лбашишь, что? Вадик, скажи, ты что, не видел, что ли? Время, чтобы убить. А ты, кажется, ты не успел. У меня совсем-совсем мало осталось. Возможно. Я верил в свое ХП. Стой, Валик, стой. Книжки. Книги. Алекс утащил меня за 3-9 земель. Воды. Сила. На синюю. Там еще не забудьте, шипы будут. Могут быть. Просто отхидать. А может еще быть по позициям. Ага. Тащим в центр или нет, я не помню, честно говоря. Да. А вы скоро. Давай вот сейчас. Ой, не важно. Да, да. Да, они остаются. Я в Алексе.
По позициям. Ясно. Ясно. Маны. Давайте на центр сходим. Рид. Ага, там, не знаю. Вот. Там сейчас следующий будет. По позициям. Чуть фана не убил. Сейчас какая-то фигня будет. Нет, нет, нет. Стас, давай, 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 давай. Книга. Mm. А нет, она не шестого. Дал, дал реприз. А, ты бабля. Ну ладно. Еще ниток не было. Ну, а, вот сейчас один. Ну, синий. Ура, ты как умер, на уголочке стоял, что ли? ХП закончилось как? А, волнуешь? Да я бы не пошел, если честно. Я уже своего перекатил. Ну чё, апгрейд сократили элю, а ниточку танку? Отличный план. Мне тоже нравится. Красиво. Не знаю, ребят, я предлагаю закончить, мы пока XDS-а убьем там. Как хотите, конечно. Ну, я бы для практики все равно тоже ходил, потому что шарами у нас там не совсем беда. Какими шарами? Черными такими. Ну, там всегда беда будет. Вообще всегда? Да. Ну, там чисто рандом, реально. Это главное пережить и все, понимаешь? Если ты это пережил, то все, победа. Так там еще второй раз. Ну, второй раз там полегче. Мы там вот с Валиксом как крейсера расходимся всегда. И миллиметраж. Ну давайте зайдем, попробуем. Если быстро мы убьем. А, надо хэм купить, погоди, я апгрейднуть сразу. Хэм. Откуда? Откуда у тебя столько танков? Ну, я сегодня сходил два раза в Экс, и, ну, я успел до отката и после отката. То есть вот три раза за счет 120. Я сейчас ровно. Не, у меня ровно 825. Топ на торс. Я прям ждал, я прям все посчитал, потом такой, о, хватай, нормально. Не пойду больше никуда. Так, а... Да, ну 10 киллов надо сделать, ты чё, это с гохи там? Нет, 9 надо. Звучит как план. Разве мы в городе если не добили? Надо еще тали маунта выбить, не забывай. 9 как раз. Все сходится.
Не, у Лорина этого. А, ну да, типа. Оценка, да. Лорин альта, пали, а целью без маунта. А сейчас, по-моему, альт не играет, так что. Там маунт играет. Первый играет? Босс, там целый драгун есть. Йо-йо. Все, я купил торс. Теперь у меня вагон Tenacity. А там Tenacity, что ли? И есть подозрение, что это нифига не биф. Нам ведь слетать посмотреть хоть что за шмот там. Я смотрел бис на реале и понял, что самурай монг требует совершенно разного шмута, несмотря на то, что его делят. А там 10 статов есть нормальный или? Не, но если в просто пробирать вручную. А разве монг у директ хит не канает? Ну ему лучше в крит, а там такая вещь, то что в основном шмотки либо директ хит с детером, либо крит с детером. Да, потому что у монка же с крита чакры прокают. Ну, мне кажется, что ему все равно, несмотря на проки, директ будет поинтереснее. Ну, директ ровно 25% же дает к урону. А крип все больше и больше. Монг профит. Другуна раньше было весело, когда нужно было еще определенный скилл спит иметь, кроме Акуроси. Да, как я и думал, обе шмотки, что мне сегодня дропнулись, обе не биф. Ладно, хоть мейнстат есть. Мейнстат они норм дают вообще. Нет, только не наш норм. Старый друг. Блин, ох, можно было с тамурком сходить из интереса. Нет, вроде. Нет, ну как, вчера только было. Сегодня так. Второй сезон, плюс она. Они ее еще. Тихо, ее еще снимают пока что. Новый сезон скоро подойдет, погодите. Там уже 53 сообщения, что-то мало сегодня. Ну я гляну, там все вообще интересно, но... Ой-ой-ой-ой. Кто кроссы зафейлил? Ой-ой-ой-ой, я понял. А я забыл скилл взять. Там репризала нету? Я все захвалил, то что можно. Я и опи не захвалил. И кинул не с того танка, и трику не дал. Давай я еще ТГ захвалил. Ребята, я не понимаю, где у меня вторая панелька со скиллами, фейки нет. Что ты за камень? Опа. Слава за ручку повезли. Изи спас. Слава, подведите, пожалуйста.
такой астролог? Зачем он нужен? Как прям все дело делает. Осторожно, не поймайте шарик. Я тут славика. Ой, тихий, тихий. Ну вот. Потеря бойца. И сейчас еще пара бойцов. Ну давайте попробуем. Попробуем. Валик не сможет нажать. Валик сможет. Не сможет. Он в танке. Репрессал. А у тебя все-таки есть? Конечно, шеф. Обижаешь. Мы с Валиксом набрались этих репрессов. Чисто буду купать. Почему я-то всегда умираю? Бегаем. Тебе не смущает, что я умер? Нет, это нормально. Ну что, прыгаем? Бегаем, прыгаем. Да, а с Николкайки круто. Так, второй пошел. Нет, пока я сам. Ой, у меня бабочки гильдейские пропали. Его еще сквадрон есть, нафига ты жесткий. Даня, давай. С точка. 7 вроде так же. У меня есть 2. 4. Да? А я не знаю, сколько у меня. Не могу найти. Да блин. Ладно, все под контролем. Не переживай. Черт, я опять репризал не осилил. Зато баночку съел. Жесткий. То есть мы метеор без репризала, да, будем делать, получается? Почему? У них откат минута. У репризала. Так что пихай почти под все. Двигаем попкой.
Как валить? Не задело. Валик успеет. Успеет. Да, я верил в него. Я потерялся, ребят, простите. Рейснись он, я не могу лез. Да, нет, ты сейчас, смотри, сейчас улетишь. Чардж! Правда, я мог затаймить, но не получилось. Нет, не хочу туда. Провокаю. Тут еще танк бастер. Ничего. Хотя, кстати, мы пошли не делаем. Жесткие. Нет. Прошли, прошли. Да. Не, прошли. Прошли. Ребята, я покурить пойду. А я тоже отойду на винт. Как бы ЛБ спасло всех. О, давайте. Нет, я медитирую. Я смотрю на свой красивый меч. А медсестер, что ли? Нет, у меня резкий. Так он же в бою. Да, ну в бою я не могу. В бою я не могу уйти. Не могу. А если мы в бою, значит он стагрится с нас. Ну так упади вниз и все. Теперь сделали такую функцию. Можем по-другому проверить, если сейчас прыгнуть, что будет. Я не хочу проверять. Сейчас, по крайней мере. Пока. И этот великолепный час мы проведем здесь. Как пойдет. Нет, 2 часа. 4 слишком много. Все помнят механики или надо напоминать? Ну, какая именно? Так, смотри, ну ты спину.
так же. Тебя сейчас кинет. Не туда, куда ты смотришь, тебя откинет. Ну вот, если ты вот так станешь, тебя по диагонали откинет. Да там, кстати говоря, ты можешь не сказать, потому что я видел, что по диагонали люди отлетали. Ну, если у тебя есть увеличенные люди. Если долго смотреть на Петриф, Петриф посмотрит на тебя. Он в душу, блин. Делаем эту механику, которая Final Battle именно от того, там, где босс улетел. То есть вот там, где А, он улетел, а мы все равно дележку делаем там. Там можно успеть. Можно успеть. Это должно волновать не тебя, а только сила, которая это делает. Потому что всех остальных откинет оттуда. Там успеешь. Ну, проверим, тихо. Ты так рассказываешь, что как будто мы там 100 раз уже были, мы же не знаем тонкости. Я понимаю, но я думаю, что... Я знаю, ты писал по скайпе. Я думаю, что мы успеем. Поэтому я к тебе... Ну, этот вопрос, как бы, ты где-то озвучил, поэтому я знал, что ты спросишь. Ну, конечно, опасно. Мы еще не видели полностью, не сделали ни разу правильно. Может быть, может не, быть. Не, он, по-моему, разные лучи костров. Два там было, два было. Три-четыре раза мы там были. Ну чё, мы там просто кто-то мёртвый. Ладно. Я, по-моему, он может рандомом сделать. Ну, первые два, по крайней мере. Черт, я опять его не взял. Ух, миска не рубит, затащил. Ряс и фала. Ой, я во флава кинул тоже. Ну блин, не всегда здесь удастся. Попрыгаем? Ты даже спросить не успел, уже люди ушли. Да нет, щитков просто не было, понимаешь? Были все точки. Возьмите там всякие репризы у него. Я взял.
Сейчас дабл панч будет. Фига, как чардж забаговался. Я тоже хочу прыгать. Понравилось, да? Ну я ж своего уже немножко подтянул, оценил. А, нормально, да? Он вообще так подлетает. Мне прям нравится. Ой, аэр, Валик, держись. Ила нет, но вы держитесь. Да. Да, я, кстати, хотел Флаву попросить мне щиты кидать на аэро. Последнее, там надо петрив сделать. От центра, да? От босса. Но я особо не хиляю больше. Так я на агро. Резко электрик. Эй, Кир, попробуйте близко встать. Ты чё? У моща чи, что ли? Ты видишь, сколько хп осталось? Вы зря не хотите попробовать. Не, я догадываюсь, что там есть какой-то план, но мне он пока не нравится. Мне он потом тоже не понравится. Центра. А чё-то меня убило, кто-то зафейлил. Ну, я пошел как обычно, но там был сокрутель, поэтому я дальше бежал. Ага, спасибо. Вы башню знаете по ним? По кастерскому. И там? Хана. Ну, ты рубашку главное сдал. Молодец. Так, под босса, ребят. Время для трубадуры. Охренеть. Я, ребят, не знаю, что мне делать. Миша, за такие приколы нас. Ребят, у меня есть ровно на одну хилку. Ладно. Ну, как мне говорили некоторые любители гайтиков, говорят, что медика под ларджисом и купол на этом моменте позволяют ДПСить. Ну и заранее поставленные звезды на дотке. Там, говорит, можно вообще в носу ковырять и стоны кидать. Это все круто. Алло, слышно? Слышно, слышно. Что алло. Звезды делают астролога? Хилят. Типа как купол этого? ВХМ? Нет. Они, ну ты видел взрыв такой, бабах? Нет, звезды, астролог, вот что он на пол какашку кидает, ну, что это? Ну, они лежат, а потом, когда належатся, зарядятся, взрываешь их. Они хилят много. А-а-а, ничего себе. Приятно узнать. А я думаю, что лора никуда не заходит. Так ее почти не видно. У вас найдется 5 минут видно поговорить про шейкеры? Не-не-не. Можно без шейкеров? Каждый раз новые стратки.
Ого, вот так вот. Это моя ошибка. Кто умирает? Нет. Нет, давайте прыгнем. Сори, это я виноват. Кто-нибудь из танков примите шейкеры впритык. Ну не впритык, а сбоку. Близко к боссу, не отходя, посмотрим, что будет. Да я так делал. Я так делал. А ты в Хольмгренге прими их от близко? Ну я принял, да, мне там почти на 300 тысяч ударило. А ты еще раз сделал? Нет. Ну, я не так кину на это время, там, то есть я кидаю, сократив кидает на этот. Ну смотрите, я спарировал 46 пунктов не взял. Я на дабл кидаю. Ой, 76. Да, я видел сократили, я поэтому кидал на 6. На пофигу. На дабл. На даблу кидай нормально. Кому-нибудь не важно. А вдруг будет Цири в таргете, он там агрит как бешеный. Он же бешеный. Он прирожденный танк в душе. Я говорю вам, как бы ничего не поменялось. Ты потанчишь, да легко, да? Может быть недолго, но я потанчу. Дабл панч будет. Чуть я ран пошел. Тут чардж можно как прыжок ДК запаговать в опять. Весу его кину. Ой. Мне кажется, у нас кого-то не хватает. Да, мне кажется, мне нужно скинуть игру. Я скину. Да, а у меня провок воткать. Ладно, вот, давай. 24 600. Ну ты с кадашкой одна. Крякнулся. Ну да, в принципе, можно не убегать. Эль, вот чё, гайдики смотрел? Ну выходит стайк, что. Поговорим про шейки. Вообще, я ещё вчера хайк хотел так заложить, но потом засал просто. Засал? Ой-ой-ой. Да. Ребята, вы можете нормально сделать, нет? Тяжело. Ну, я не знаю, меня постоянно здесь приходит кто-то ко мне. Я вроде на противоположном крае арены от босса, все равно кто-нибудь придет. В общем, повторяем, да? Справа от босса милишники, слева танк, и сзади хил, правильно? Да, да. Сзади цели да. Умирают. Окей. Сзади милиционер засадит. Давайте еду, там все дела.
А можно, интересно, на корень вот здесь спрыгнуть в голову, да? Механики не делаем, да? Ну да, спрыгнул, там его за хвост поймал сзади, знаешь, как Dark Souls, и давай там сзади подкрался. Это... Крыль? Нормально. Хорошие крылья, мне нравится. Ты так думаешь? Покрутили подальше. Отвлекать нечего. А я тоже. Поделим на троих. Сокрытие дашь тогда на шейкеры? Центровые. Да, Юрий, писал. Пеня кровь, пожалуйста. Если есть. Нету. Стрелочки, потом меточку, если я зашел до. Если не убили, я буду. Я в вас верил. Я тоже в них верил. По центру стоять надо. Отлично, не понял. Маны был. Тебе залил. Тебе. По цветам?
Где-то тут дельта-атака должна быть. Ну как где-то тут дельта-атака. ЛБ-3 должна быть. Там правда. Я помню, что она где-то здесь. Где-то в этом бою? Да-да-да. Где ты, Валикс, где ты? Он? Я на агре. Валикс, твой выход. Я тоже слышу. Дельта атака. У вас там прямо. Нет, нет, нет. Да. Да. Хороший вариант. Ой, нет, а вы сейчас все упадете. Ух ты. Ну, понятно, пришлось бы вас поймать. Нет, 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 нет. Шейкер упал, шейкер. Один шейкер упал. 26, кстати, вы правы. Так, ну, ой. Так. Ой. Там сразу, если на вас вода, пожалуйста, бегите к краю, не моросите туда-сюда. Там, где был босс. Так нет, там что-то там кто-то заморосил, и там просто ты не... Ну, я пока так подстроился. Чуть не улетел, кстати. Вот здесь остановился. О, ну, вот здесь остановился. Хил становится, вот как босс сейчас стоит там, где я. Босс улетает туда, а хил становится вот как притык. Он-то не улетит. Там мы еще раз чем стоим? Там что-то все разом сдохли и все. Потому что умирает один человек, и файт проходит по-другому. Мы были все в кучке и бахнуло. Не знаю, какая-то проблема с этой дельта-атакой. Как будто вот первую там делаем. У милишников с танками проблема. Нормально у нас все было. Вы два танка. Вы умираете, кто-то. Может вам изменить чуть-чуть? Блин, о чем вы говорите? Сейчас умер хил, и из-за хила как к нам прилетел. Хил? Первые два танка умерли. Чего? Нет, я там падал. Я в ХГ стоял там. Я почему-то задел Бизер, хотя я уже далеко был. Окей, вы такие, повторите, по кроссу Онега. Дальше не вставать. Меточки тогда. У меня сейчас был Алаган и что-то там еще. А, и стакал. Сири, ты покажешь? Я прямо не знаю. Мы бежим к боссу, где место, где был босс, и там это делаем. По крайней мере, пока по плану. Хил стоят на самый край. То есть хил с дележкой вот так, ну то есть босс будет, мы бьем босса, сейчас он отсюда улетает. Но хил с водой вот так становится, отворачивается от шриков, потому что сзади него будут шрики. Вот. Шрики самые последние взрываются уже после всего. Там 30 секунд на них. Да? Да. Да. Они взрываются ровно, по-моему, после третьего этого в итоге. То, что он там делает на своем Final Battle, чем-то там. Примерно так выходит, по-моему. 30 короче, секунд. На дельта атаки две атаки застакали Акена с Валиксом, и первым умер Флав. Почему-то. Там странно было, далеко уже был. Кря-кря. Ладно, давайте запулим, что ли. Давай, что ли. Хозяин, барин. Как скажешь, так и будет. Думаю, часы ли она надо убивать, так что все форенько.
Привет. Я уже. Центр, сбегаемся. Я умер. Здесь хотя бы помочь другим выжить. Я умер. Привет. Да ладно. Я не знаю, не резнули сначала в ОУЕшку, потом в ОУЕшку. А потом опять в ОУЕшку. Так, это получается, подожди, где у нас момент? Секунду. После каждой, значит, вот этой вот грант механики надо провокать. Я понял. Только не сразу, а когда я нагрю. Ну да. Я попробую сейчас грамотно шрауды юзать. Сейчас секунду мака сделаю. Не, ну ничего, у нас в принципе более-менее неплохо получается до первого. До альф. Ты понял? Шуточка. Мне говорили, что там конец веселый у этого босса. Ну, в смысле, последние что-то проценты какие-то. Конец веселый. Илога, конец, у тебя сахарный? Че, вы вот это переогреть не можете, что ли? Ну там вообще там медики. Все? А что ты сделал, Валик? Расскажи мне. Там кавер, да. Кардинальное решение проблем. Ну, это мне нравится. Это подход серьезных игроков, понимаешь? Как завещал тренер. А может тут тоже можно не убегать далеко так? Не знаю. Ну можно, если да нафига нажмет.
Не. Вы не хотите механику-то зачистить? Вы-то в первый раз. Ну, пап. Алекс, проволокой. Мило. Да я отлично понимаю, но это слово. О, прости, Селя, что-то я просрал. Я сразу. Да. Всегда рад, да? Всегда рад. Всегда рад быть танком. Вакантное место, танк всегда свободный. Не, на этот раз убьет. Ну-ка я буду смотреть, да. Не, слушайте, молодцы. Центр. Я вами держусь. А ты там? Резко. Понятно, не резко. А с центра надо было. О-хо-хо-хо-хо. Там. О, модель-то скоро. Да. Вот она. Познакомьтесь. Я в ХГ. Из центра. Уйти. Я был не в центре. Грандиозная потеря. Мы смотрим за файлом баком. О, где? Что, кого? А чё, всё, да, что ли? Ну, блин. Видели, где бахнешь? Я прилично стою. Ну да, пролетел. Сколько бахнет? Да до хрена. За всех бахнет. Кстати, авагант только сейчас сорвался.
А вот получается цифру. Получается, надо спороть цвета, да? А на эту механику уже нормально выстроиться. 42 тысячи прилетело. Минус 24 заблокировал пациента. Так что ничего не суммируется, каждый сам за себя. Давайте уже за поле мы подумаем, что с этим делать завтра. Внимательно смотреть, я полагаю. Может забить триггеры в АЦТ? Познаешь, как этот... Как это, да, игра для аутистов, там же в Вове есть, которая говорит, что когда происходит. Я думал, как это называется боссом, он сам говорит, что когда происходит. Через 10 ялмов поверните налево. Боец потерян. Не, чем-то ФМ сделано. Сейчас не было никого. Не могу резать. Да, не твой выход был отчет. Я тебя понял. Отойти оттуда, ребят. Да. 240 тысяч. Ну нормально пережил. Ну да, в принципе. Здесь нормально, вот здесь, где я. Где топчик? У меня не будет агро скинуть. Пошёл, пап. Сейчас кого-то из Насайра полетит. Я там набрал агро много и дал в Алекса. Девочки врага. Да. А у меня что ли шарка была, да? Да что-то уж как-то. Я резнул тихого. Потом. Не, надо отходить в Алекс.
Рёшу что-то в этом есть. Так валяемся, прекрасно. Ух. Ну, основной сократили. Пока. Следующий, да? Ой, черт. О, нет, 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 нет. Оп, успел. Танка. Так, я первый. Я первый, я первый. Я стоял первый, Валик второй. Я не успел хоть бы выйти. Валик, если что, меня убила молния. Ну просто, чтобы ты знал. А зачем мне эта информация сейчас? Что в будущем? Да там больше переживать за Алаганы. Тут Алаганы нужно очень аккуратно делать. По-моему, тут все-таки есть паттерн. Я за флаус чеки. А нет, не получится. Ну что, ребят, закончим? Нет. Да давайте. Я да, я согласен. Заберите меня отсюда. Что-что? Да не... А, да, там же... Почему 9? Не-не-не, там же может быть тихий это. Ой, ну ладно, давайте, ребят. Давай. Снов. Завтра убиваем? Да. Нет. Почему? Ну, в смысле, рейдим, но не убиваем. Ой, ну вот что ты такой, а? Дисмораль. Вообще... Никто не хочет. Реалистичный. Куда? Эксперт. Я пойду. Да. Алекс только со мной, наверное. Короче, User я делаю disconnected так. From your channel. Еще один дипис. Дипис. Эксперт. Люсик. Так, быстрее, 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 быстрее. Валекс, я готов. До конца будет. Вот и не забудьте. А чё вы не используете? Ой, он самый плохой, да? Нет, самый плохой это тот. Секунду странно на взять. ТП регенит. Наверное, вар. Всем пока. User disconnected from your channel. Давайте тоже пойду пока. User disconnected from your channel.
А этот что делает? Игнорим. С умом не рубить. И ни хрена уже два моба все осталось. Там бот два самонера. А нет, один. Давайте левого и центрального, по-моему, следующего вспомнить. А, вот сейчас, да. Левого и центрального.
Там дальше нельзя? Можно. Не знаю. Да, поехали. Вот теперь же нельзя. А теперь можно. Давай до конца.
Да, быстренько. Нет, я догрядаю. Спасибо, до вечера. Давайте, до завтра. User disconnected from your channel. Доброй ночи, ребят. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel.